художника Хармалиса. Графический альбом или альбом – это коллекция изображений и иллюстраций, собранные в виде альбома под одной обложкой. В настоящее время все чаще выпускаются книги с уникальным авторским дизайном. Все больше художников хотят выпустить свой собственный продукт, а также в наше время актуальны игры, фильмы, мультфильмы. Часто с выходом игры или фильма в рамках рекламной кампании выходит артбук, где показаны концепты разработки персонажей и окружения. Артбуки созданы для того, чтобы люди, интересующиеся искусством, искали в них вдохновение, а также наблюдали за чужим опытом создания тех или иных работ. Артбук, дизайн которого разрабатывала я, посвящен современным художникам-анималистам. Тема анимализма была популярна в искусстве и раньше, и сейчас. К сожалению, пособий по грамотному изображению животных в России очень много. Поэтому данное издание пригодится как пособие по изображению животных для современных художников и студентов художественных вузов. Объем артбука о художниках-анималистах составляет 84 страницы плюс обложка. Его формат 205 на 290 мм. В многостраничном издании лидирует изобразительная часть, а текстовая дополняет ее. Модульная сетка. Верстки на создание сетки меня вдохновила формула золотого сечения. Я использовала ее график. Сам график по форме напоминает спиральную форму аммонита, древний раковина моллюсков, который является одним из ведущих графических элементов артбука. Внутри артбука использована ручная графика. Она дополняет основные изображения. Также... Внутри артбука использована ручная графика, она дополняет основные изображения. Далее примеры разворота артбука, то есть как он выглядит внутри. В артбуке сочетается ручная графика и реалистичные элементы. Аммониты символизируют эволюцию и развитие природы на Земле. Кроме ручной графики, в артбуке присутствуют две работы моего авторства. В данном многостраничном издании читателям предлагается узнать о современных методах рисования, например, с помощью графических редакторов и графического планшета. Есть целый раздел в современном искусстве, называется Digital Art. Это работа, сделанная с помощью компьютера. Мир природы поражает многообразием разных видов животных. Из века в век разных художники передавали их красоту. Артбук о художниках-анималистах – один из способов поделиться этой красотой, а также книга, которая вдохновляет на новые свершения в этой сфере искусства. Спасибо за внимание.